следующая песня называется «Мы успеем». Вот даже
сказке силы покидали главного героя. Что же говорить про нас, про смертных в этих из-за боя? Всех стран, а я войду в 3D-экран и спасу любовь всех стран. Побеждает лишь, только правда, как назло. Побеждает лишь в кино, да только правда, как назло. Побеждает лишь в кино. Но что эту песню пел до самой-самой-самой смерти? Но песня понеслась, разнеслась по устам, по столицам, городам, и пришлась по сердцам. Сердцем. И проснулся тут Иван. Где я был, не помню сам, но ж быть хочу сегодня там, где сам Бог откроет нам, где сам Бог откроет нам, где сам Бог откроет нам. Во всех, каждый дорог человек, как прекрасен этот век, покидая этот век, он останется на всех, каждый дорог человек, каждый дорог человек. Как смог. Простите. С праздником еще раз. Ну, и удачи. И почаще сюда приходите. Тут всегда хорошие исполнители. Константин Золотарев. Ура.
Христос рождается. Ну, кстати, вот сегодня тоже вспоминали память убиенных младенцев в Вифлееме, да, опять же, возвращаясь к смыслу, что на самом деле даже рождение Христа, оно вызвано с трагедией, да, для многих семей в Вифлееме, потому что там тысячи убитых, вот, так что это и праздник, но он такой, да, он такой достаточно суровый, оказывается, не любит наш мир такой света, всячески борется. Наверное, поэтому у нас сегодня такие и радостные моменты, и горестные. Ну, в общем-то, это жизнь. Вот, спасибо за внимание. У нас сейчас будет перерыв на чай. Спасибо Константину Золотареву. Тут в углу зала коробочка для ваших пожертвований, диски. Вот, ну, минут 10-15 перерыв. Лучше сейчас всем хорошенько отдохнуть. Вот, надеемся, что кто-то останется на вторую часть. Вот, у нас будет покороче, так лучше получилось. Первая часть у нас пятеро участников выступили, а во второй всего лишь трое будет. И откроет вторую часть Дмитрий Коновалов, которому надо будет потом срочно уезжать в Великий Новгород. Вот. Все, опять же, все так несколько незапланированно получается. Так, сейчас все отдыхаем. Наверное, буду играть. Не, ну там, я по метро, у меня остается.